Утром 25 февраля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски у ряда высокопоставленных чиновников Одесского муниципалитета. Так детективы зашли в гости к вице-мэрам Светлане Бердеге и Павлу Вогельману, который, к слову, является фигурантом коррупционного скандала о покупке здания нынешней евромэрии. Кроме того, НАБУ обыскала жилье чиновника-оппозиционера Александра Авдеева, который, несмотря на членство в ОПЗЖ, продолжает возглавлять городскую ГАЗ. Последний уже отреагировал на действия антикоррупционеров на своей странице в Фейсбуке. Он отметил, что незадекларированной недвижимости не имеет, а также в очередной раз обратился к органам центральной власти по поводу передачи части полномочий градостроительного контроля на местах.